Случаи, когда дети выпадают из окон, расследуются особенно тщательно. В этом году в Чувашии по этой причине погиб один ребенок. А всего таких фактов уже 14. Последнее происшествие зафиксировано в Чебоксарах в минувшие выходные. К счастью, малыш остался жив. Схожие ситуации нередки и в других регионах России. Для усиления мер безопасности с 1 сентября изменят ГОСТ на конструкцию пластиковых окон. О нововведениях сообщает российская газета со ссылкой на руководителя отдела ИСУ СКР по Костромской области. Отныне производителям запретят продавать пластиковые окна без специальных запорных механизмов, которые препятствуют распашному открыванию створок. Именно такие окна должны быть установлены не только в жилых домах, но и в детских садах и школах. Разумеется, это относится к тем окнам, которые будут устанавливаться после вступления ГОСТа в силу. Массово заменять уже имеющиеся конструкции не придется, пояснили в управлении образования города Чебоксары. Окна с запорными устройствами будут появляться в детских учреждениях постоянно по истечении срока службы старых. Стоит отметить, даже эти меры безопасности не обеспечивают 100% защиту. Ответственность во многом лежит на взрослых. Чтобы избежать беды, достаточно следовать простому правилу – не оставлять детей без присмотра.